Следующая часть. Violent Heart. Идем к финалу. Идем, идем, добиваем. Настоящие мужики, держимся. А ты не забудь, родной. Пальчик вверх. Очень помогает в развитии канала. В принципе, единственное, что я могу попросить. Подписка, это палец вверх. Все, погнали. А, вот ссылка на плейлист в описании, как обычно. Ой. У нас уже он еле идет. Это, ребята, те, кто просит. Кому надо, на стоп поставить, прочитайте. Ля, малая, как тебе помочь-то? Подожди. О, сука! Это была плохая идея. Сейчас что-нибудь придумаем. Надо их чем-то отогнать. Надо девочку обязательно спасти. Может, подписчица наша, кто знает. Мы подписчиков в беде не бросаем. Кстати, я недавно увидел скриншот, ну это уже такая старая тема, что типа кто-то из наших подписчиков, кто работает водителем автобуса, сказал, типа повесил объявление в автобус, что все зиблам дяди Лёши при предъявлении типа хорошей оценки проезд бесплатный в автобусе. Ты к богу Одину без доклада попадешь, я тебе серьезно говорю. Просто в Вальхаллу прям, блядь, прямая дорога сразу. Красавчик просто. Блин, а как же тебе помочь, малая? Что-то нужно найти. Ружье, палку, копалку, я не знаю, что-то. Сука, может, какие-нибудь... Сейчас спасем. Палку, палку давай, не лезь, блядь! Шо, тварь? Бан! Всего доброго. Может быть, за них кинуть? Лопат нельзя взять. Может быть, куда-то... Genius, genius, genius. Бля, она же сейчас скажет, кто ее спас. Бля, Пал. Ты же мой родненький, да ты чё? А, она его и, короче, и пока... Open up, FBI! Всего доброго. Никого нет дома. Никого. Что мы похавали хотя бы немножечко. А кто? Подожди, а что мне делать? Все тайминги. Очень страшно. Голодный, ослабевший Карл понял, что не увидит Сен-Миэль. Сил почти не оставалось. Но тут судьба расщедрилась. Да ты ж моя родненькая. Когда до Сен-Миэля осталось 30 километров, Господи. Надежда вновь их покинула. Ай, ну давай. Всю, блядь. Ясно все. Вот так всегда, на самом интересном месте. Ну да.
Так, чем-то надо подчинить колесо. Ага, сейчас говорит. Че, говорит, колесо подчинил? Ага. Сейчас, говорит, с утра хозяин клея придет. Шо? Я прав. Кольтоль пекан. Блять. Эй, auf Mann, auf geht's. Да где мне форму-то эту выстроить? Алло. Блин, вижу лестницу, но не пойму, чем туда кинуться. Надо еще пошаманить немножко со звуком. Вроде немножечко я настроил, но... Еще надо сидеть, говорить. Бля, что ж взять-то? Подождите. А колесо прям за ними лежит. Нет, там 100% это здесь что-то. Я ящик не увидел. Ну что ты боишься-то, ёпта? Не понял. Подождите, а если... Да форму вон она висит, я ее вижу. Все, я понял. Сейчас мы здесь вход найдем. Опа. Это что за спуск? Поймали дурака. Ребята, меня вообще нормально слышно? Не громко, не тихо. Все в порядке вообще? Голос, секс присутствует? Вообще нет? Норм, да? Все, все в порядке. Отлично. Блять, вы что, издеваетесь, что ли? Погодите. Не понял я. Лёх, ты тренды видел? А что там в трендах? Что там в трендах? Блять, не отвернулся. Отвлекаюсь, сорян. Секс не присутствует, но с голосом все окей. Пока он отворачивается ему по башке, блядь, дать. А, реально. Ебать, что так можно было, что ли? Так, предъявите документики, пожалуйста. Здравия желаю, как говорится у нас. Документики, пожалуйста, ваши. Что? Нелегальное казино, да, подпольное? Не слышу. Упали, отжались все 20 раз по залпу, прям заражало. Шо? Шо? Хадости, блять. Организовали тут притон. Блять. Я у мамы слова. Здравия желаю, товарищи, бойцы. Бухаем, да? Да? Веселимся?
Инспектор Хардплей приветствует. Отчитаться, пожалуйста, отрапортуем, почему Бухалова тут на посту, а? Неуставные пожилые отношения? Че, блядь? Что, я не пойму, дерзкий, что ли? Пошел! Извинись, блядь! Так. Че, блядь? Да в смысле? Да в смысле? Ну можно же. Да как это работает? Ну там же дырка прям для пса. А, все, я понял. Ну и нахера мне это? Так, инспектирование. А не хотите ли вы извиниться? Не хотите. Подождите. Не-не-не-не-не-не. Подождите. Здравия, как говорится, желаю. Пашпо! Блять. Ну шо? Ритуал. В смысле, блядь? Там шпал. Так, стоп. Подождите. Вот это здесь не просто так сделано. Да ёпта. Да нет, здесь тоже нечего делать. Здесь они пропускают только именно. Не пойму. Непонятно. Стримлер думает, не говори. Блять, ну тут военная форма нужна, но здесь. Здесь полицейский не нужен. Почему? Я одного не могу понять. Почему пёсель не пролезает туда? Вот объясните мне. Блять. Open up! Что? Да? Подожди, ну собака не пойдет. То есть мне надо по-любому заходить сюда военным, брать бухло. Наверх я не закину, она разобьется. Может быть, все-таки дать собаке? Он меня сейчас тряханет, он мне скажет, слышь, друг.
Чтоб мимо них пройти, мне нужно 100% одевать форму. 100%. Правильно? Правильно. Значит, нам нужно пройти сначала первых. Правильно? Правильно. Блять, ну собака не хочет идти. Накрутилка, а что толку от нее? Идешь сюда, переодеваешься. Идешь за пузырем. На двухсторонний, я тоже забыл, что он двухсторонний. Берешь пузырь, поднимаешься. Здесь переодеваешься. Форму туда. Спускаешься. Я ж забыл, что у нас сотрудники УВД, так скажем, у них вот это побратимство. Да, друг друга не проверяют, да, с бутылкой можно ходить. Ну, конечно же, ёпта. И это точно не в России снимали, нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не стыдно, а? Да, срамота, конечно. Тук-тук, ёпта. Так, здравия желаю. Не понял. Вольно. Не слышу я. Кто тут, блядь? Что, весело тут нам? Ну-ка, все встали. Я понял, здесь просто бухают, здесь на всем насрать. Так. Здравия желаю. Вольно, бойцы. Спокойно. Как служба? Нормально. Здравия желаю. Колесико я здесь возьму, мне просто надо. Так скажем. Инспектор Хартплей на месте. Инспектор Харт, можете меня просто называть и все. Могли бы, кстати, колесо кто-нибудь и притараканить, помочь. Так. Как на 9 мая? Обидно, да? Все, да. Чтоб бросить назад динамит, бросил. Блять.
что, дурак? Еще разочек. Блять, я так понял, вот в этого вообще, да, без вариантов? От этого просто надо манситься. За шо? Опять кончено. Двойной бан. Домой. Борис, кончай. Блять. Сраку. На пол дороги бы. Бля, дурак, что делает? Ты? Да ты конченый! Пакость, а? Обидно, да? Сейчас твоя эта бричка, блядь. Твою мать! За шо? Ну ты реально конченый. Ну подумаешь, взял вещи поносить, но чё они тебе так нужны, что ли, я не пойму? Блядь. Ёпта. А подумаешь, поиграл хорошего злого полицейского. Чё ты начинаешь-то? Нормально же общались. По одной только съеду и все. Не плевать, да меня здесь не достанет никто. Сраку. Так, сейчас. Обидно, да? Открывай свой иллюминатор, а! Хорош уже кошмарить меня. Бля, да что ж такое, а? Ну отдам я тебе твою форму, ну что ты начинаешь, а? Как у меня горит очаг, это знак. Сука, контуженный.
еще что-нибудь придумайте. Опа! Бля, мимо! О, бля, лагерь! Бля, тварь. В смысле? Там ФПС просел. Ну, видно было, что там ФПС просел, конечно. Бля. Ну ты им гась, а. Открыл бричку. Ага, срак у тебя, блядь. Ага. Сейчас, да, все бросил. Смотри, лутрачок, лови. Блядь, лаги. Ха-ха-ха-ха, попал. С первого раза прошел. Сас, спасибо за подписку. Шамир. Шендя, спасибо. Наконец-то. Первый раз. Вообще легчайше. Не ощущаю вообще абсолютно. С первого. У вас там просто лаги были. Глава 4. Деревянные кресты. Поддать угла и пивка за седьмой столик. Но восторг был недолгим. Немецкие солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. Эта форма не моя, я эту бабу не знаю. Все еще был в руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за ранеными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэля. Такую возможность Карл упустить не мог. Блять, мы уже, по-моему, за всех повоевали. Реально. Я не хочу в этой форме. Я хочу в своей. Она мне нравится. Да ладно. Да ладно! Блять, а где форма? Где форма? Безысходность. Нихера себе, там конь строптивый. Да вижу, вижу. Будь здоров. Там у вас форма хранится в самом этом же. Бля, сейчас бы еще за немцев повоевать в игре. А каску ты что не переодел, дурак? Конченый. Почему? Да потому что он конченый. Шляпу мне дайте, а. А, да. Кто это, Гута? Эй, Брудит! Я! Камрад!
Дайте кто-нибудь окаску потаскать по-братски. Ну что вы за нелюди, а? Наугад, говорит, херач. Не, стоп, но сюда нас не пустят. Ёпта, сюда нужно... Все, я понял. Где-то я что-то пропустил. Кот, ну а где мне кот-то выстроить? Опять минус рич. Кот, 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 кот. Так, смотрим внимательно. Что здесь у нас имеется? Извинись и отойди. Делинь, делинь, блядь! Ужин! Нихера непонятно, но очень интересно. О. Яблоко. Зачем нам яблоко? На. Ну и нахера оно мне? Чай, блядь. Ну и нахера мне эти ключи? Я прав. Нихера себе каска. У меня, говорит, дедушка прошел всю войну. Да, Вовочка. И что он тебе рассказывал? Он подносил снаряды. Что-то там стрелял. А, стрелял с этой пушки. И что ему говорили? Данки, Шон. Данки. Осудил все эти шутки придурковатые. Осудил, осудил. Я сразу говорю, это дурной анекдот. Где-то я вычитал, то ли в 2Ч, то ли еще где-то. Я осуждаю. Блять, как выйти отсюда теперь? Ёп. Что это вообще такое? Кусок чего это? Блять. Что надо сделать? Кто-нибудь понимает? Нет. Чидачи нет. Блять, что это такое? Кусок самолета. А, это флаг свернутый. Да боже ты мой. Что у вас настолько все по-ублюдски сделано-то, а? Я просто на всякий случай. Бан сразу. Перманентный. Я, говорит, флаг в игре поднял. Ну и нахера я это сделал? Ты видел, флаг подняли, нет? Поднял, говорит, флаг. Подожди, а где же мне теперь... Где оружие?
Еще бы ебка со свастонами форму выдали, вообще бы идеально было. Скобочек нет. Подожди, а... Этот получается здесь, да? А, господи, там надо подобрать шифр. Там, где, по-моему, каски ж, да, оружие? Как понять, какой здесь пароль? Вот как? Я ни одного числа даже не видел. Он где-то ведь зашифрован. Давайте попробуем найти. Может быть, там 1870. Данке. Восемнадцать семьдесят. Запомнили? Угу. И где здесь ноль, ёпта, умники? Угу. Найс. Нуля вообще его в принципе нет. Прикольно. Блять, а где ж пароль может быть? Я прав. Здесь мы переодевались. Здесь мы переодевались. Что это такое? 2-1-3. Что это такое? Блять, а при чем здесь стрелочки? 2 вверх. Понятно. Надо, знаешь, что надо к флагу идти. Он, мне кажется, они как-то связаны. Там эти стрелочки еще какие-то, блять, нарисованы. Надо разобраться, что это за стрелки. Ну-ка. Что это такое? Два. Два, один, три. Так, еще раз мне нужно перед глазами. Сейчас я додумаюсь. Не бывает таких ребусов, которые мы не решим. Точно. Что это может быть? Это может быть расположение. Будь здоров, спасибо, ребята. Сорян. Я что-то это.
Что это может быть? Два внизу, два низ центр, один левый бок, три вверху, два низ центр вправо. Два низ центра. У меня небольшие догадки. Сука, еще непонятно. Римские эти циферки вообще просто. Подожди, на заднем фоне флагшток. Что если? Один из вариантов. Может быть, как калька это используется? Может быть, как калька, но вряд ли. Там же стекло. Бля, ну это мув будет 300 IQ, если сейчас атака есть. Комментариев 185. Это можно мозг себе сломать. Это а стоп. Там же еще и как. Ой, господи, еще и как по числам выстроено. Сейчас. Там же они очередность чисел. Первое у нас идет число 8815. Вот как оно идет. 815, ёпта. Стоять, чувак. Морально. Все, паника. Понеслась. Блять, отвлекся. Найс. Вовремя. Какой тайминг словил жестко.
За что деда, бля? Бля, ну за что деду, а? Что такое? Противогаз достать. Не пойму. Но то, что собака здесь должна тянуть, это 100%. Но... Ну, я сам себя не могу зацепить. Я не могу ничего сделать с крюком. Если долго мучиться, что-нибудь когда-нибудь получится. Во. Бля, машина. В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Вими. April 1917. В небе над Вими Джордж, британский летчик, выполнял для артиллерии разведку германских позиций. В тот день возглавили атаку канадцы. Блин, офигеть. Поехали что. Я говорю, у нас наши герои за всех уже повоевали. За всех, кого только можно и нельзя. Опа.
Жесть вообще просто творится. Куда стрелять? Есть такая инфа, нет? А-а-а. 25-15. Даже, наверное, где-то на 5. У меня прадед всю войну, ёпта, наводчиком, блядь, прошел. И этим, на пушке, короче, с пушки стрелял. Думаю, вот так, наверное. Есть. Есть же, да? Попали? Просто, ну, все в ладоши захлопали. Окей, могу вот так вот где-то сделать. Ну да, у меня уже больше ничего не могу, нет действий. Все, взорвали. Командир у нас бежит просто в первых рядах. Смерть. Что за эпик вообще просто лютый. Трешак какой-то. Звездочки одной нет. Ищем. Ищем, блядь. Подожди, бам. Бам-бам. Сейчас. Бам, центр, право-лево. В смысле? Чем зацепил-то, я не понял. Стримлер у нас с повышенной внимательностью. Да, у нас. Угу. Это скрипты, да, по? Сейчас мы найдем. Правей. Еп.
левей. Что такое? Блин, ну дай мне в эту тележку-то мою сесть. Я понял, на чат больше не смотрю пока что. Блять, что надо делать? За ним прятаться или что делать-то? Иисус, ты ли это? Дурак, неумный. Взял танк мой, запорол. Понимаю, блядь. Ни ума, ни фантазии. Напруга просто держится лютая. Что там, убить, что ли, его не может, я не пойму. Добро пожаловать, ребят. Бля, сцены эпичные. После множества неудач, ценой огромных жертв, канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым днем. Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой. Блин, неужели они встретятся? Карл был в паре сотен метров от фермы Эмиля, когда рев французских воздушных патрулей заполнил апрельское небо. Блять, да ладно, а? Ну хорош, ну ребята, ну ёпта, ну давайте хоть немножко, чтобы счастливо все закончилось. Боже мой, ну пацаны, ну ёпта, ну не надо. Что за жесть, а? Контейнер, не контейнер, непонятно. Это что, окно открывает или что это делает? Собаки, это самое главное вообще в этой игре. Что-то мы, короче, сделали, я не понял только что. Что мы сделали? Короче, хз, я понял. What?
Какая-то лестница висит. Не пойму, что дальше, стоп. Что это такое? Что за звук? Бля. Собака, давай. Где? Да. Хорош. Сначала собаку снять надо. Потом уже будет тут разговор. Так, ну а снимаем мы по старой схеме. Блять, не трогай. В смысле? Да ладно. Такого, бля, быть не может. Подождите, стоп. А ну-ка. Собака почему-то не хочет прыгать в этот. Собака у нас не хочет прыгать. Блять. Тогда не пойму ни хера. Она не хочет прыгать в эту. В ерунду в эту. Почему-то. Почему она не хочет это делать? Туда тоже нет. Не пойму. Вроде все просто. Башка что-то у меня не варит уже. Подожди, ну и что мне это дает? Толкнуть мы ее тоже не можем. Нету ручек, ребят, у телеги. Конечно, одна идея, но у меня есть одна идея. Мне кажется, что она ошибочная. Блять, ручку увидел, все, все вижу. Она просто, ее не видно в этом. В смоках ее не видно.
Есть. У меня теперь только одна идея, это вот по вот этой херне. Где-то ребенок орет, где чё тут? Не пойму. Корзинка, можно взять я? Взял. Иду. Я нашел, где корзинка. Нашел. Вроде должно попасть. Такое вообще возможно. Чего, блядь? Как это делаешь? Куда мы ее вот сейчас вот отвезли? Подождите-ка. Что-то шляпа какая-то, блядь. А не шляпа. Но здесь собаку не видно. Я, короче, теперь этот рычаг повернуть не могу. Хуйня не работает.
Возможно такое. Знаешь, она не крутится. Что нам этот, блядь, дает? А, спрыгивает и все оттуда. Твою мать. Крутилка это не работает. Я не знаю, что сделать. А, не работает крутилка и все. Хоть вы здесь что хотите сделать. Знаешь, что самое забавное? Здесь даже не выпилишься в этой сцене. И сейчас придется начинать все вообще все заново. Бля, это баг. И что делать? Не делается. Не, ну вот это же работает, когда так делаешь. Не, это ГГ. Нет, если мы сейчас перезайдем, то скипнется игровой процесс. Это баг. Ну, если баг, то значит это конец серии. Лайк, подписка. Всем удачи. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.